в ролях Чен Клунг, Юанг Сяо Тьен, Хуанг Чен Клин, Ванг Чианг и другие. Сценарий Кси Хуа Ан, Цай Чи Хуанг, Онг Се Юэн. Композитор Чоу Фу Лиан. Змея в тени орла. Режиссер Юэн Фу Пинг. Сан Чен Юн, твой львиный коготь уничтожил мою школу и убил 3000 человек. Не осталось почти никого. Наши школы не могут существовать вместе. Орлиный коготь решил стереть с лица земли школу Змеиный Кулак. Я возглавляю школу Змеиный Кулак. И я пришел сразиться с тобой. Но ты же знаешь... Твой стиль не может противостоять орлиному когтю. Я поклялся предкам, что буду биться с тобой до смерти. Даже если я погибну, найдутся те, кто продолжит мое дело. Я знаю их. Это Пан Чанг Тьен и твой сын. Они еще живы. Да. Пока Пан Чанг жив, будет жить и Змеиный Кулак, и он возродится вновь. Я убью тебя и найду Панг Чанг Тьена. Чанг Тьен, тебя его не найти. Панг Чанг Тьен. Черт возьми, комары, пошли прочь. Yeah.
Попались. Вот он. Этот старик. Я заплачу, не волнуйся. Давай обыщем его и заберем деньги. Стойте, стойте. У меня нет денег. Начали. Не надо. Щекотно. Пусто. Посмотри в корзине. Не делай этого. Змея! 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 Держите его! Осторожно! Бестолочь! Смотри, не разбей мою чашку! Вкусно? Мои зубы! Рожица у тебя теперь наверняка распухнет. Слушай, так ты хочешь убить меня? Мне пора. Извините. Держите его! В чем дело? Этот старик напал на нас. У него змея. Змея? Опять бездельничаешь? Нет, нет, вовсе нет. Ты облил меня. Извините, я все вытру. Вот. Черт, тебя подери. Не надо. Я проучу тебя. Я найду тебе занятие. Вытри это. Thank you.
Черт побери, больно. Может, это научит тебя, ленивый свинья. Учителя сегодня нет. Обучать вас будем мы. Я и мастер Ли. Я научу вас стилю дракона и тигра. С их помощью вы можете расколошматить 10 человек. 10 яиц. Да. Но сначала внесите плату. Да. Итак, мы с мистером Ли обучим вас двум самым лучшим стилям. Дракон. Тигр. Здорово, да? Ты чего? Перестаньте смеяться. Хватит смеяться. Заткнитесь. Чинфу. Чинфу, иди сюда. Иду. Что смешного? Все, хватит смеяться. Итак. Самое важное — это скорость и точность. Правильно? Да. Я научу вас стилю коготь дракона. Готов? Он открыл живот. И получил туда. Видели? Следующий этап. Тигр. Вытяни руку. Да не эту, другую. Снова открылся. Будь внимательнее. Здорово, да? Запомните то, что я вам показал, и вы станете настоящими мастерами. Продолжайте. Так, начали. Тебя опять колотили. Тебе лекарства не нужны? Не нужны. Отдохнул-ка я здесь немного. Мой мальчик хочет овладеть кунг-фу. Пожалуйста. Спасибо. Господин Чао, вы владеете половиной города. У вас лавки с рисом, с чаем, с кофе. Всего 20 лавок. И ваш сын, юноша такой крупный, как свинья. То есть нет, как молодой бык. Но если он не будет развивать мускулатуру, он потеряет силу. Это плохо для здоровья. Но мы исправим это. Отлично! Учитель Джу, вы правы. Поэтому-то я и хочу, чтобы он научился кунг-фу. У вас? Вы пришли по адресу. Наша школа маленькая, и есть много других школ, но большинство из них плохие. Школа Хангвэй здесь лучшая, это точно. Вы уверены в этом? Мой мальчик, ты сомневаешься? Смотри! Uh.
Учитель Чу, я видел, как ломают кирпичи. Это фантастика. Ваши ребята умеют это? Это для них пустяки. Лянг, покажи, как ты ломаешь кирпичи. Хорошо, кирпичи. Лянг научит и вашего сына, и он сможет сам это делать. Подождите. Hold it. You do that? А так, сможете? Sure. Ну, конечно, no это sweat. Пустяк. No sweat. Вот здорово. Oh, здорово! That's great, that's great. Понравилось? Isn't здорово. Well, он просто молодец. Ah, вы очень добры. Все достигается тренировкой. У меня есть еще лучшие бойцы. Вот это да. Так и есть. Тебе нравится здесь? Конечно, отец. Я хочу ходить в эту школу. Я приведу его завтра. Отлично. Нам пора. Подождите, Лянг, иди сюда. Господин Чао уходит. Значит, до завтра. До свидания, сэр. Мистер Лианг, вы просто really молодец. Oh, спасибо. Смотрите, что у него с рукой. Я не хочу, чтобы меня так учили. Отец, я буду учиться в другой школе. Пошли отсюда. Хорошо. Подождите, стойте. Подождите минутку. Постойте же! Заходите внутрь. Вот почему я лишился клиента. Из-за паршивого нищего. Он спугнул мою удачу. Прогоните его. В чем дело? Убирайся отсюда. Да в чем дело? Стойте! Почему вы избиваете старика? Ты знаешь его? Кто он такой? Он из школы Хангтай. Из школы Хангтай? Избейте его! С вами все в порядке. Отлично. Пошли. Давай. Прошу вас, не деритесь. Перестаньте. Ради имени Иисуса перестаньте драться. Пошли отсюда, быстро. Прошу вас, не деритесь. Остановитесь. Чего тебе нужно? Господь сказал, если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. Да? Тогда получи.
Ты ударил меня? Иисус, он грешник! Почти пришли. Тебе досталось? Ерунда, я привык. Да, конечно. Это задний ход в школу Хангтай. Сходи, выпей чаю. Заходи. Это задний двор школы. Здесь тихо. Ученики редко сюда заглядывают. Я живу на складе. Привет, котик. Это мой любимец. Он меня любит. Котик. Поздоровайся. Привет. Видишь, он сказал привет. Садись. Старик, выпей чаю. Спасибо. Не хочешь чай? Он горячий. Я принесу похолоднее. Арву уже вернулся. Это Арву. Он наш новый повар. Замечательно готовит. Не так уж и замечательно. А это кто? Это? Мой родственник. Слушай, я хочу есть. На кухне есть еда. Сходи и возьми. Отлично. А мне надо подавать гостям. Не хочу хвалиться, но в нашей школе преподает самый лучший учитель. Все мои ученики получают все самое лучшее. Думаю, это самая лучшая школа. Ты уверен? В школе Вэйву многие ученики участвуют в чемпионате, а у вас? Это все ерунда. Их ученики, может, и участвуют. Но нашего учителя пригласили в качестве главного судьи. Главного судьи? Значит, он очень хорош. Конечно. Конечно, он самый лучший. А сколько кирпичей он может сломать? Кирпичей? Мы не занимаемся этими детскими штучками. Мы обучаем настоящему кунг-фу. И я думаю, ты будешь отличным бойцом. У тебя превосходное телосложение. И если ты будешь учиться здесь, то очень скоро станешь настоящим мастером. Вы правда так думаете? Конечно. Арву. Приведи сюда Чинфу. Хорошо. Угощайтесь. Скажи мне, как тебя зовут? Чинфу. Ты здесь родился? Нет, я сирота. Меня воспитывает учитель. Говорят, что я не слишком умен. Поэтому я занимаюсь разными странными делами. А как тебя зовут? Меня? Чинфу! Тебя зовет учитель Ли. Оставайся здесь. Я скоро вернусь. Хорошо? Никуда не уходи. Этот юноша сын банкира. Его зовут Чин Сан. Он учится у нас всего месяц. И он уже достиг больших высот в кунг-фу. Учитель Ли. Видите этого большого парня? Он очень силен. Так, вы с Чин Саном устроите показательный бой. И не сопротивляйся, понял? Готовы? Начинайте. Начинаем. Опусти руку, или учитель накажет тебя. Oh, yeah.
Все, хватит. Хватит. Чинфу, иди приведи себя в порядок. Съешь таблеточку. Отец, тебе понравилось? Я буду учиться здесь. Чинфу, что случилось? Ничего. Ничего. Ты, похоже, дрался. Я бы подрался. Но... Старик, дело в том, что Чинфу — ходячая боксерская груша в этой школе. Боксерская груша? Да. Это нечестно. Но так с ним обращается учитель Ли. Ты сможешь схватить эту чашку? Попробуй. Думаю, у тебя получится. Давай. Старик! Старик! Старик!
Ушел. Привет, котик. Вращайся, кружась. Крутись, поворачиваясь. Используй обе руки и ноги. Будь легкий, как воздух, гибкий, как ива, податливый, как трава на ветру. Что это? Вращайся, кружась. Крутись, поворачиваясь. Используй обе руки. Крутись, кружась, вращайся, поворачивайся. Старик хочет меня чему-то научить. Я попробую. Прошу вас, дайте немного поесть нищему старику. Прошу. Прошу вас. Примите слово Господа, Иисус спасет вас, если вы поверите в Него. Подайте что-нибудь нищему старику. Убирайся отсюда. У меня нет ничего для нищих. Убирайся. Вот мерзавка. Чтоб ты сдохла. Принесите мне удачу. Ты грешница. Поверь в Иисуса, потому что только Он истинный Бог. Ты сам дьявол. Какая я тебе грешница? Убирайся отсюда. Иисус хочет защитить тебя. Защитить меня? Это тебе нужна защита, а не мне. Убирайся отсюда, дьявол. Спасибо, вы очень добры. Только Иисус может спасти вас. Поверьте в Него. Только Иисус может спасти вас. Только Иисус. Откройте. Откройте. Что-то ты рановато. Женщина, ты веришь в Бога? Я помогу искупить тебе твои грехи и принесу тебе великую радость. Радость? У нас ее тут полно. Давай, заходи. Заходи, заходи. Да заходи же. Девочки, у нас посетитель. Заходи, давай. Нет, нет, нет. Заходи. Есть тут кто-нибудь?
Джек, уже уходишь? Ты ищешь Чао Чи Чи, да? Никого я не ищу. Я пришел за милостыней. Так ты нищий, да? Я дам тебе кое-что. Ты не нищий, Пан Чанг Тьян. Аглай! Папа! Господин Чао, здравствуйте! Здравствуйте! Садитесь! Спасибо! Ну, как занимается мой сынок? Ваш сын удивительный боец! Он тренируется целый день! У него отличный живот, отличные ноги, отличный удар! Из вашего сына выйдет настоящий мастер. Правда? Да. Ты уже дрался? Еще нет. Ты хочешь драться? Это легко устроить. Чинфо. Чинфо. Иду. Чинфо. Сразись с этим парнем. Не сопротивляйся. Понял? Не бей слишком сильно, а то искалечишь его. Начали. Видите, как хорошо он сражается. Да. Ну, давай же. Вот.
Да, я тебе врежу. С какой стати? Сейчас я покажу тебе удар дракона. Берегись. О, Боже, какой ужас! У нас будут проблемы. Господин Чао! Как ты посмел сделать из моего сына посмешище? Учитель, учитель, отстаньте! Аглай, мы пойдем с тобой в другую школу. Господин Чао, господин Чао, я все вам объясню. Это было здорово. Так меня опозорить. Убирайся. Есть сегодня не будешь. Что случилось? Что? Я попал в западню. Пойдем. Я отведу тебя в город. Нет, Чинфу. Мне надо так спрятаться, чтобы меня никто не нашел. Старик. Старик. Попей. Давай. Hi, boss. Здравствуй, босс. Чао Чичи жил здесь. You any idea? Когда он ушел отсюда? Месяц назад. Он Чанчин ранен. Но все равно он попытается разыскать Чао Чичи. Уверен, он оставил здесь для него сообщение. Да.
Рисунок старый, но слова новые. Тот, кто тебе нужен, будет ждать в облаках. Старик, очнулся. Ну что, тебе лучше? Гораздо. Я поправляюсь. Отлично. Я очень беспокоился. Я принесу лекарства. Она тебе поможет. Чинфу, я благодарен тебе. Ерунда. Мы же друзья. А потом ты научил меня, как защищаться. Я прав? Ты применял это на практике? Один раз. И разозлил этим учителя Ли. Он избил меня. Скажи, ты хочешь овладеть кунг-фу? Конечно, тогда меня не будут обижать. Но ты должен пообещать мне три вещи. Конечно, все, что скажешь. Первое. Не зови меня учителем. Почему? Потому что мы друзья. Второе. Применяй свое искусство только в крайнем случае. Хорошо. А третье? Третье. Если увидишь, что я дерусь, ты не должен вмешиваться. Как же так? Если ты будешь драться, я тоже буду. Ты не должен. Обещаешь? Ладно, обещаю. Как ты будешь учить меня? Стилю змеиный кулак. Yeah.
Привет, котик. Как дела? В чем дело? Твой хозяин ушел неизвестно куда. Ты, наверное, голодный. Я тебя покормлю. Хочешь подраться, да? Ты хочешь неприятностей? Учитель, вы, наверное, устали. Черт тебя побери! Учитель, будьте осторожны. Я всегда осторожен. Идиот. Негодяй. Я же сказал, будьте осторожны. Все в порядке? Конечно, нет.
Кто ты? И чего тебе здесь нужно? Сейчас узнаете. Я выиграл чемпионат нашей провинции. Все школы поздравили меня, кроме вашей. От вас ни слова. И что? Я пришел научить вас хорошим манерам. Научить манерам? Да. Кто будет первым? Подумай, чемпион. Сейчас. Мы. Он. Тебе покажет. Учитель Ли, ты такой знаменитый учитель. Это твое право. Ты прав. Но я благородный человек и передаю это право тебе. Начинай ты. Учитель, начинай ты. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. Нет, ты. Хорошо. Я делаю вас обоих. Бей в корпус. А ты по ногам. Хорошо. Начали. Начали. Теперь вы знаете, что я выиграл чемпионат. Мне даже руки не нужны. Отлично. Отличный боец! Идемте все в школу Хантай! Извините, здесь никого нет, школа закрыта. Мастер Ханг! Мастер Ханг! Мастер Ханг, вы вернулись. Это здорово. Мастер Ханг, у вас не осталось учеников. Не хотите быть моим помощником? Я пришел вызвать вашу школу на поединок. В этом нет необходимости. Я не неволил ваших людей, они сами пришли. Мне плевать.
Это ваших рук дело. И вы за это заплатите. Вы. Хотите их забрать? Пожалуйста, попробуйте. Я верну их. Обещаю. Если вам хочется подраться, я готов. Чинфу, отойди. Учитель, это здорово! Ты думал, ты настоящий мужчина? Нет, ты просто пес. Учитель. Не надо. Сейчас он получит. Мастер Ханк, все это устроил я. Я и отвечу за это. Учитель, будь осторожен. Он классный боец. Назад. Так это новый чемпион. Всегда к вашим услугам. Используй стиль змеиный кулак только в крайнем случае. Это приказ. Ты понял? Ты тоже хочешь подраться? Нет, нет, я драться не буду. Зачем ты швырнул меня тапком? Хватит, перестань. Так ты умеешь драться, да? Что это за стиль? Это стиль самый лучший для поединков. А это стиль змеиный кулак. Змея кусается. Чинфу, назад. Когда он злится, он классно дерется. Я говорю тебе, не лезь. Hey! What are you? What?
Не можешь пошевелиться, да? У тебя неплохая техника, но нет характера. Когда тебя сбивают с ног, ты падаешь духом. Да? Кулаками не получается, да? Змея кусает. Я ядовитая змея. Это называется наткнуться на змею, да? Пошли, учитель. Чин-фу, отличный боец! Пошли к нему в школу! Подождите! Чин-фу, мне пришлось уйти по срочному делу. Я оставил тебе книгу по стилю «Змеиный кулак». Выучи ее всю наизусть. Старик. Старик! 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 Где он? Кто ты? Ты ищешь старика, да? Да. Да. Я тоже. Его ищу. Он тебе нужен? А кем ты ему приходишься? А ты? Он мой. Он мой. Ну... Он твой учитель. Ты меня можешь звать учителем. Вы с ним коллеги? Да. Ты лжешь. Ты думаешь? Змея поднялась. Змея готова напасть. Так делает учитель. Это похоже, но не очень. Ты глупец. Ты не веришь мне? Тогда проверь меня. Проверить? С удовольствием. Учитель! Ты хорошо освоил технику, но со мной тягаться тебе еще рано. У
убедился? Думаю, что да. Нет. Нет. Еще что-нибудь умеешь? Я вращаюсь. Я вращаюсь. И разворачиваюсь. Ты это знал. Учитель, я не использовал всю силу. Но теперь буду. Наткнулся на змею? Это не так просто. Это называется взять жемчужину. Это нелегко. Учитель, мне больно. Мне больно. Как ты умудряешься отразить все удары? Но ведь я же учитель. Но ты отличаешься от старика. Тебе просто еще многому надо научиться. Ты будешь учить меня? Спроси сначала об этом у своего учителя. Где он? Ушел. Ушел. Куда? Не знаю. Но он скоро вернется. Когда? Он не сказал. Когда он вернется, я тебе сообщу. Хорошо. Но не говори ему обо мне. Я хочу сделать ему сюрприз, хорошо? Хорошо. Странно. Он дерется лучше учителя. Моя книга. Ее разорвал кот. Get it! Go on!
Хороший кот. Ты показал это змее. У тебя мощные лапы. Нужно объединить кошачью лапу и змеиный кулак. Чао, Чичи. Шанг был прав. Он знал, что старик придет сюда. Панг Чанг Тьен, наконец-то мы поймали тебя. Теперь ты умрешь рядом с Чао, Чичи. Сучин, неужели ты думаешь, что меня так просто убить? Нет. Мне не жарко, и веер мне не нужен. На колени. Встать. Какой послушный. Где ты был? Были дела. Я так скучал по тебе. Я тоже по тебе скучал. Чинфу, иди выпей чаю. Иду. Спасибо. Горячий. Держи. Слушай, туда приходил один парень. Какой парень? Ты его знаешь. Знаю. Кто он такой? Сиди здесь, мне пора. Расскажу потом. Это ты. Я за тобой. Учитель вернулся. Пошли к нему. Пойдем. Быстрей. Он на заднем дворе. Я не говорил ему о тебе. Он здесь. Старик. Старик. Он был здесь. Oh, man.
Старик! 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 Проповедник? Я не проповедник. Я приехал из России. Я боец. Ты кто? Ты не проповедник? Школа Орлиный Коготь наняла меня, чтобы я уничтожил змеиный кулак. Мой хозяин сделал так, чтобы ты предал своего учителя. Его сейчас убивают. Ах ты негодяй. Мне нужны новые носки. Чанг-Тин, не надо никуда бежать. От меня ты не уйдешь. Шенкен-Юн, ты должен понимать, что твой орлиный коготь не может победить всех. Это не самый лучший стиль. Наши школы враждуют уже много лет. Но сегодня тебе придет конец. Не будь так уверен в этом. Я тебя не боюсь. Я готов с тобой драться. Отлично. Это будет твой последний поединок. Седьмая позиция. Ай!
В чем дело? Змея устала? Похоже, змея готова умереть. Тебе понадобился камень? Мерзавец, ты чуть не обманул меня. Но теперь я знаю всю правду. Ты, парень, не трус. Но тебя я убью позже. Шенкин Юн, он не мой ученик. Отпусти его. Да, я не ученик, но он мой учитель. Мне плевать, ученик ты или не ученик. Всех, кто владеет стилем Змеиный Кулак, я убиваю. Всех. И тебя я убью. Что он городит? Учитель. По-моему, он псих. Чинфун, ты не победишь его. Беги. Учитель, как я могу оставить тебя с этим ублюдком? Ну все, юный болван. Обещаю тебе, сейчас я выбью тебе зубы. Выбьешь мне зубы? Посмотрим. Это не стиль Змеиный Кулак. Что это? Кошачий коготь. Чинфу, это было здорово. Арву? Откуда ты здесь взялся? Не знал, что ты можешь так драться. Это было здорово. Кто научил тебя этому? Учитель? Это было восхитительно. Не все так просто. Ну ничего. Тот чай, что я дал вам сегодня, был с ядом. Вы умрете через минуту. Обещаю вам. Вы не знали, что я принадлежу к школе Орлиный Коготь?
А ты что, не знал, что мы не любим горячий чай? Я налил другой. Чинфу, ты умный парень. Ты сумел объединить стили змеиный кулак и кошачий коготь, и получилось здорово. Но мне все равно не нравится название «кошачий коготь». Хорошо, предложи свое название. Пусть будет «змея в тени орла». Отлично, «змея в тени орла». Конец.